Хочу поприветствовать всех, кто в зале. И пару слов о своей песне. Я ее написала для своего мужчины, с которым познакомилась виртуально. Ну, в наше время виртуально, как скайп, все дела. Он написал эту песню, когда я его видела только виртуально. Живем виртуально. Так что можно начинать. И ты понимаешь, что все не так просто, и встреча не близка.